think the girls with their nails done now. Всем привет, ребят! Ну что, у нас сегодня интересная, опять же, тема с немочкой и наборчик Figamer. Сейчас вам покажу вот такой вот, надеюсь, вам там видно, за 4К очей. Ну, кто сидит на Figamer, еще можно получить довольно-таки неплохой набор. Ящик Валентины, один препарат роста 80, эссенция питомца 80. Камень пламени, камень борца. Ну, что я могу сказать? Реально крутой наборчик, поэтому у кого есть очки, обязательно забирайте. Для бездоната это реально кайф. Что тут, какие еще есть наборчики? Пакет золота, пакет маны. Ну, это такое, сумка питомца 5 штук за 1000. Но вот этот набор реально очень крутой, поэтому его стоит забирать в первую очередь. Такс, окей, поехали, покажу вам сервак, на котором просто бешено дают плюхи. Я не знаю, он такой, наверное, один, где все не так, как на остальных, даже не так, как на Тайване. Тайвань тоже по-своему хорош, но здесь, мне кажется, больше трешечка. Так, шамана словили, отлично. В общем, получил я 20 пыльцы сегодня на халяву. И, честно говоря, я офигел, потому что почему-то, каким-то образом, здесь совсем другая, точнее, настолка. Сейчас мы ее найдем. А то я уже так бегал по акциям, смотрел. Так, шотбордер, сейчас мы сюда дойдем. Вот она, настолочка. Нестандартная. Очень нестандартная. Почему? Смотрите. Если, конечно, но это нереально, чтобы единичка выпала. Максимум, минимум выпадет 2. Это типа на второй круг заход сумка Зефира. Дальше. Расходники. Вот у меня вместо героя здесь обычно падает герой. На всех серваках, на других здесь герой. Ну, тут решили добавить пыль. И, в принципе, я скажу, это очень хорошее решение. Почему? Я сейчас вам тоже покажу. Ну, дальше Барт, Мэри, как видите, осколками дают, но к ним добраться надо очень хорошая удача. По этим расходникам, ну, такое себе, конечно, по сравнению с другими серваками, это ни о чем, потому что там за 12 некладного дают собрать, и Алисису там собрать, Барда, Мэри, там разные вариации. Ну, здесь, как видите, просто какой-то трэш. Я сейчас гляну, за сколько тут самоцветов. Она тут не дает посмотреть. 1400. Странные плюхи, конечно. Но это такое. Поехали дальше. Поехали, давайте заберем плюшки. Коллекционер героя. Внимательно посмотрите на коллекционера. По 2 скина дают сразу же. За стрелка 2 скина, обычный последний. Плюс найм вот этот вот за кристаллы, которые здесь ну просто бомбические. Ну, конечно, если вам стрелок упадет. Сердцеедка тоже довольно-таки неплохо. Здесь просто вы собираете на халяву. Если вам падает валька, вы собираете розу и еще 20 монеток. А монетки это вообще огонь. Если их здесь получить... Заходим вот сюда, вуаля, и смотрим. Продается скин. Здесь скины, кстати, ну, я не знаю, наверное, очень часто продаются по сравнению с другими серваками. Это просто огонь. Ну, вот это, конечно, смешно. За 40 монеток одна штука. Это, конечно, они что-то угарнули. Но это не все. Посмотрите внимательно сюда. Сумки лисицы. Я не знаю, я сегодня вытащил 10 штук, мне, кстати, повезло, 20 и 30 еще есть. С этого, с ивента мы получили сумочку лиса. Но посмотрите, какие еще есть довольно-таки неплохие плюхи и эссенции, и все, что хочешь. Ну, конечно же,
Тут стоит вопрос, донатный лист или нет, кто играет, напишите в комментах, кто его встретил здесь, донатный он или нет. А у нас, о, кстати, у нас есть три монетки, нифига себе, мы сейчас с вами, ребятушки, трешанем. Восьмая за 1500 самом, неплохо. Скин на здание есть, и еще разок, но, к сожалению, нам не повезло. Так, а мы еще разок можем. Опять сумка Вали. Ну, видите, не словили. В общем, напишите по поводу этого. Мне очень интересно. Такс, помимо этого, поехали дальше. Вот такой вот здесь странный, казалось бы. Ну, я что-то не понял, каким образом нам там выпала трофея. Но нам каким-то образом выпала совсем другая тема. Я не знаю, что это за фигня. Но нам выпала коробка, которой в принципе там нету. С бесплатки. Возможно, там за бесплатку дается, я не знаю. Но это что-то какой-то трэш прям. Коробка сразу же. В общем, чудеса, одним словом. Nine X10. Поехали в самое интересное. Это вот сюда. Ой, не сюда. Индивидуальный, ребят, самый индивидуальный остров, который, ну, просто кайф. Может выпасть 40. Ну, нам дали возможность собрать 4. Мы дополнительно даже соберем 2 осколка. Поехали. Чик. 100 камней. Чик. Дуэлянт, 1 осколок. Чик. Сумочка. Ну, шансы, конечно. Офигеть! Ну, что я могу вам сказать? Ну, вот реально, это просто жесть, а не сервер. Я просто перенесу, посмотрите. 2 и 1 выпало. Ну, как вам? Как вам такое? Офигеть, 4 осколка у нас уже есть. Ну, я не знаю, напишите, кто с бездонов больше достал осколков. Блин, бешено, вот реально круто. Хотя, я думаю, кому-то по-любому здесь и 20, наверное, упало уже. С без донатов. По-разному бывает, конечно, но это реально круто. Так, сейчас посмотрим, что там у нас еще вылетело. Пооткрываем. В общем, сервак, как по мне, ну не знаю, если сравнивать даже с английской версией, очень крутой. Так, понятно, тут у нас что? Тут у нас скины, сумки питомцев. Я даже не знаю, откуда это все берется. Реально дофигища. Просто дофигища плюх. И я этот сервак, ну, не знаю. Думаю играть, но... Я не знаю, честно. Так. 50 самов. Может, у нас тут есть... Нет. 300-очки, к сожалению, у нас нету. Можно было бы жахнуть. За 450. Так, ну вроде все такое пособирали. В общем, ребятушки, вот такие вот дела, не знаю. Сервак реально огонь просто. Так, это мы заберем. Надо уже начинать, наверное, заниматься прокачкой героев, потому что героев здесь дофигища. Откуда эти ресурсы? Это, по-моему, давали. А, кстати, идем еще рынок чекнем. Что там у нас поменялось? А, так, это накопление. Ну, 2020. В принципе, довольно-таки неплохое накопление по расходникам. Так. Смотрите, в мешке. Конечно, вы там фиг что вытащите. Карточка, эта карточка продается здесь, на других серваках, я пока на многих не видел, еще на каком-то было, но на тех, на которых я играю, этой карты до сих пор, кстати, нету. Вот так вот. Так, что у нас тут дорого? Дорого уже везде. Целого продают, здесь только так начинают продавать, но здесь возможность есть так собрать, другими вариантами. И за питомцев, посмотрите, какая трата на питомцев, 15к. Тратите, блин, и получаете мешок зефира.
еще два мешка зефира и еще топовые плюхи. Ну, реально круто. Я бы, наверное, не на роллинг спустил, а на вот эти вот плюшки 15к. В общем, такой вот сервачок. Пишите комменты, ставьте лайки, ждите новых видосиков. Всем удачи, всем пока.